вам всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня расскажу вам абсолютно все про новое обновление, потому что новое обновление 0.30.0 уже очень-очень близко. Оно гораздо ближе, чем вам кажется. Чтобы вы понимали, уже прямо сейчас тестируется финальная версия обновления. Плюс трейлер должен выйти максимально скоро. Также должны изменить карту Rust, должны добавить новый ножичек, должны добавить новые крутые режимы и самое-самое главное, должны добавить еще много крутых секретных функций. И я про все это расскажу, потом, братанчик, присаживайся поудобней. Обязательно, если ты ждешь нового обновления точно так же, как и я, прямо сейчас прожми лайк, подпишись на мой канал и хэштег комментарий. Обнова выходи, потому что я уверен, это видео посмотрят разработчики. Ну что же, ребятки, а мы начинаем! Почему же новое обновление должно быть очень-очень скоро? Прямо сейчас я вам покажу парочку фактов, так сказать, профану, братва, профилислит. Первое, это новая аватарка. Я думаю, этой аватаркой я никого не удивил, но вы должны понимать, что разработчики уже поменяли аватарку на некоторых регионах. Посмотрите на эту красоту. Да, базара, не шедевр, но, тем не менее, это тоже еще один факт в копилку того, что обновление должно выйти очень-очень скоро. Также, ребятки, давайте вспомним, что было в прошлом году. А в прошлом году новое обновление вышло 30 августа. И 30 августа оно вышло всего лишь по одной причине, потому что разработчики очень сильно задержали дату выхода нового обновления. Поэтому в этом году, я надеюсь, разработчики не опозорятся и обновление выйдет вовремя. А, кстати, да. И до выхода обновления еще должен выйти трейлер. То есть сделал вывод, что трейлер должен выйти прям-прям на днях. Возможно, сейчас вот это видео я публикую, а трейлер уже загружают. К примеру, в прошлом году трейлер загрузили 24 августа. Ну и, ребятки, как вы помните, в прошлом обновлении добавили карту Дюн, добавили новый пас, и обновление было реально очень крутое и очень годное. Но в этом году разработчики нам пообещали, что обновление будет еще круче. И еще один небольшой пруф в нашу копилочку, то, что у разработчиков уже доступен 8 сезон. Кстати, да, я забыл про него сказать. Будет новый 8 сезон! Поэтому мой советик, максимально быстро, ребята, поднимайте ваше звание до легенды и взлетайте в космос, потому что очень скоро 7 сезон закончится. Ну что же, мы разобрались, то, что обновление должно выйти очень скоро. Ну а что же будет в этом обновлении? Прямо сейчас я вам все-все-все расскажу и даже покажу. Погнали смотреть. Ну а теперь мы приступим к самому интересному, что же в итоге добавит новое обновление. Ребят, видите вот эту дверь? Я не просто так зашел на карту Sandstone, потому что разработчики планируют добавить новый проходик. Вот с этой двери на мид. И вы просто представьте, насколько же это было бы круто, если бы добавили такой дополнительный проходик. Ну и, конечно же, давайте пройдемся по базовым вещам, которые 100% будут в новом обновлении. В этом нам поможет мой братишка Веля. Веля, что добавит новое обновление? Режим будет, это соревновательные дуэли. Опа. Это дуэли, типа, один на один название. Ага. Дальше потом что? Нас ожидает реворк Sandstone. Ой, Sandstone. Реворк Sandstone тоже, мы знаем уже, только что карту будет реворкать. Из неточной информации, прям вообще абсолютно, я так считаю, что, возможно, раз у нас в игре обновили игровой худ, обновлят еще и худ игры, то есть менюшный худ, то есть у нас будет другое меню, и, в принципе, это логично. Сделать задел на оперативников. Велясик, также я дополню пару важных фактов, про которые ты забыл нам сказать. 100% будет, ребята, новый пас. Ни одно обновление без нового паса не было. Дальше будет новый нож. Возможно, это будет этот нож. Возможно, этот, а возможно, этот. Почему я так уверен, что будет новый нож? Так я вам скажу, даже больше будет не только новый нож, будет также новый кассик. Как только мы заходим в раздел акций, тут мы, ребята, видим то, что распродают разработчики Empire, Revenge и Fable кассик. А вы помните, что означает распродажа кассиков? Это означает только одно, то, что, скорее всего, добавят новый кассик, в котором мы сможем с вами выбить новый нож. Поэтому, ребята, как вы думаете, какой новый нож добавят в стендоффе? Напишите прямо сейчас в комментариях. Дальше режим дуэли 1 на 1 тоже 100% должен быть. Тут будет третья плашка, в котором будет написано ваше звание за режим дуэли 1 на 1. Я очень рад, что это добавит, потому что у меня в команде постоянно попадаются какие-то нубы. Посмотрите, я играю в плюсовой КД, мой тиммейт 4 на 10. Смотрим дальше. И говорю, тут я опять играю в плюсовой КД, мой тиммейт 3 на 8 играет. Поэтому если добавят, ребятки, режим дуэли 1 на 1 на звание, это будет нереально круто, потому что я по-любому подниму там легенду, братва. Отвечаю, зуб даю. Не, ладно, может, не легенду, но мастера мы по-любому с вами поднимем. Также по моей непроверенной информации, чтобы я потом не был виноватым, ребятки, удалят Rainbow Sticker Pack. Поэтому я их закупил, потому что что-что, но Rainbow Sticker Pack по-любому очень сильно подорожают. И знаете, что самое интересное? Самое интересное, что никто не ожидает, что их удалят.
удалят. А я думаю, то, что именно в этом обновлении разработчики просто возьмут их и отправят на рынок. Да, на рынок. И вы их сможете купить только на рынке, поэтому не пропустите эту уникальную возможность. И если, ребятки, вы помните, то в прошлом обновлении разработчики сделали опрос. Мол, какой кастик удалить? И все выбрали Sharp, и поэтому Sharp удалили. Но в этот раз разработчики опрос не устраивали. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они удалят какой-то кастик, никому не сказав ни слова. Да, такое тоже может быть. Поэтому, ребятки, мой вам совет, закупите также, помимо рынка скирпаков, еще штучек по 10 всех кастиков, чтобы, так сказать, было. Также, по моей информации, ребятки, БП хотят полностью переработать, потому что БП начали с каждой обновой стоить все дешевле и дешевле. Сейчас, ну, посмотрите, по 300 галдишки ножи продаются. Ножи! Вы понимаете, что это уже дно пробито, поэтому разработчики очень сильно обеспокоены этим вопросом. И многие ТГ-каналы, которые сотрудничают с разработчиками, начали запускать подобные опросы. Что надо сделать для того, чтобы цены на БП поднялись? И вот, как мы видим, есть вот такие вот варианты решения подобной проблемы. Поэтому я думаю, что это БП, его переработают, и все скины, которые будут попадать с БП, их будут выбивать гораздо сложнее. Я в этом практически уверен. Так что, ребятки, готовьтесь! Потому что задротить придется еще больше. Ну, а прямо сейчас я хотел бы с вами немножко поговорить про рейтинговые дуэли. Что же это такое, с чем его едят? Начнем с того, что режим будет открываться с 10 уровня. А это означает то, что софтера будет еще меньше, чем обычно. И за это, конечно же, огромнейший лайк. Дальше калибровка будет начинаться с 260 ммр. Ранги, количество матчей для калибровки и прочие аспекты будут совпадать с остальными ранговыми режимами. Что же это означает? Это означает, что надо будет 10 раз проиграть для калибровки. Это означает, что поднять легенду, там надо поднять 200 ммр. То же самое и в рейтинговых дуэлях. Чтобы поднять легенду, надо поднять 200 ммр. Ну а если кто забыл, я напоминаю, что примерно вот так вот будет выглядеть система рейтинга. Поэтому, ребятки, готовьтесь, потому что в режиме дуэли у вас уже не будет отговорок по типу у вас был плохой тиммейт. Ну а прямо сейчас мы с вами находимся на карте Rust. И я скажу так, скорее всего, ребята, я последний раз бегаю на этой карте Rust, потому что в следующий раз, когда буду на ней бегать и записывать вам видео, она уже будет переработанная. Поэтому запомните ее такой, какая она есть. Если вам нужны пруфы, окей, изи. Вот разработчики у себя на лайв-канале спалили то, что карту Rust перерабатывают, и то, что прямо сейчас заняты ее переработкой. Плюс, помимо этого, Beholder. Beholder тоже намекал, что карта Rust будет переработана. Он показывал надпись Rework и завод. А завод у нас находится на карте Rust. И знаете, что переделают? Переделают, скорее всего, полностью мид и переделают Plant B. Потому что также, помимо всего этого, разработчики запускали опрос, в котором спрашивали, а что же им изменить на карте Rust? И все проголосовали, что не хватает всяких ящиков, всяких деталей, коробочек и тому подобного. Поэтому, ребятки, запомните карту Rust такой, какая она была. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем нам ждать новое обновление, если новое обновление уже вышло? Но на болдропчике, а болдропчик это топовый дропчик. Короче, братва, что же добавили в обнове? Рассказываю. Первое, новые кассики, там такой дроп падает. Дальше добавили хомяка, тапы хомяка прямо на болдропчике. Дальше добавили мегалодона. Ну, то есть он и был, ну, в плане, можно его дальше дубасить и получить халявные скины. И вот там, ребятки, немного подарочка. Первый на бесплатный сундучок, второй на бесплатную энергию и третий на дополнительный процентик. Всем же ссылочки снизу. Ну, а если вы хотите пруфануться опять от моих слов, то скажете, что кем-то пока галимая пепа. Прямо сейчас я покажу видос от самих разработчиков, и вы сами все поймете, что карту Rust изменят. Давайте смотреть. Через мид почти никогда не заходят, поэтому остается только лонг, через который практически невозможно пройти. Поэтому эта часть карты не популярна. Поэтому эту часть карты мы изменим. Забыл добавить. Чувствовали себя комфортно при заходе. Следующую проблему рассмотрим снова на примере карты Rust. Подсад. Как вы думаете, предусматривали ли разработчики эту мультиподсадку на карте? Ха-ха, не-не-не. Учитывая, что я лесенки делаю каждый стрим, точно нет. Поэтому, чтобы игрокам не приходилось выдумывать непредусмотренные подсадки, разработчики стараются выделить под них специальные места. Например, на карте Бриз или на новой Зона 7. Теперь никому не нужно. Поговорим о размере карт в игре. Ну, ребят, я думаю, вы все поняли, что разработчики сами сказали, что карта Rust не такая, какая она должна быть, и вы понимаете то, что карту Rust по-любому разработчики изменят. Что же касаемо даты выхода трейлера? Так вот, он должен выйти прямо на днях, вот прям сейчас, вот прям уж завтра трейлер выходит очень скоро, вот прям в ближайшее время, поэтому, ребятки, ждем. Ну а прямо сейчас хотел бы вам показать одну из лучших реализаций нового обновления. Давайте смотреть. Ну а эта реализация обновления будет про магазин серебра! Я знаю, что некоторые из вас видели, ребят, давайте посмотрим еще
раз вспомним, как же это круто, потому что есть такой слушок, что разработчики решили поднять Steam 2 с колен, и знаете что? Решили добавить магазин серебра! Окей, давайте смотреть. Ну, вроде бы все как обычно, инвентарь, все как обычно, вижу кассики, но обратите внимание, то что в магазине сверху есть раздел серебро! Да! И в магазине серебра, как только вы сюда нажимаете, можете купить ножичек за 1,5 косаря! Серебра! То есть без доната! Блин, давайте все дружно напишем в комментариях хэштег «Добавьте магазин серебра», потому что разрабы по-любому посмотрят все это. Также, ребята, в магазине серебра, чтобы вы понимали, будут особенные скины. Обалдеть, стикер Origin стоит 10 косарей серебра. А где 10? 100 косарей! То есть там на него надо задротить, походу, целые сутки. Обалдеть, какой красивый АКР! Скин на хае грен. А, окей, это чармик. Скорее всего, это чармик. Обалдеть, ребята, как же это классно, просто представьте. Также вы сможете купить скины на флешки, и на хаешки, и на молик. Блин, ну честно скажите, ну это же мечта, не? Купить скины! То есть вы кидаете хаешку, и все понимают, что вы уважаемый дядя. Вот, можно вот так просто нажать на любой скин и просто его купить. Просто купить 20 тысяч серебра. Смотрите, все плюсе. Игроки в плюсе тоже не получают халявные скины, а разработчики в плюсе то, что у них огромнейшие лайны по причине того, что все игроки задротят стендов 2. Это же по-любому будет огромный профит от этого. Как же это круто, ребят. Просто взгляните на все это. Так, дальше мы видим то, что есть акция Hound Packs. Это какой-то новый пак. А, стоп, это не пак. Это новый БП за серебро! Чего? БП за серебро, это, конечно, сильно. Я, ребят, всякое видал, но БП за серебро, это просто мечта. Уважаемые разработчики, я знаю то, что вы меня смотрите. Пожалуйста, добавьте. Обалдеть. Как же это классно. Я очень сильно хочу, чтобы все это добавили в игру. Ну, примерно вот так вот все эти скины будут смотреться у вас в инвентаре. Ну, вроде бы как все максимально понятно. И вы можете эти скины потом, опять же, продать. То есть вы можете скин купить за серебро и продать за серебро. Ну что ж, мои уважаемые подписчики, в принципе, на этом все. Если вам понравилось подобное видео, прямо эту секунду прожми огромнейший лайк. Подпишись на мой YouTube канал, подпишись на мой ТГ-канал, потому что в ТГ-канале разыграю 5 косарей голдишки. Переходи, подписывайся, ссылка в описании. Также на мой Twitch, потому что сейчас, ребят, в связи с блокировкой, стримлю на Твиче почти каждый день. Все нужные ссылочки находятся снизу. Всем удачи, всем пока-пока.